Боец красного угла. Чемпион WBA International в первом полусреднем весе. Из Узбекистана. Потомок Тамерлана. Шахжахон Эргашев. Итак, аргентинский боксер. Шестьдесят шесть килограммов ровно. Вес Шахжахона Эргашева 64 килограмма 500 граммов. Итак, face to face. Боец из Аргентины. И потомок Тамерлана из Узбекистана. Шахжахон Эргашев. Давай, все! Давай, все! Ваши аплодисменты. Это будет рубка самая настоящая завтра во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. Thank you.